Посмотрите, как много страданий в этом мире. И очевидно, что женщины страдают больше, чем мужчины. В каком обществе вы живете? Общество, в котором одна половина постоянно использует другую половину. Женщин эксплуатируют. При этом они дают рождение следующему поколению людей. Посмотрите на природу. Семена, из которых вырастают новые растения, защищены лепестками. Это самая яркая и ароматная часть цветка. То место, где зарождается будущее, должно быть окружено красотой, счастьем, удовлетворением и уважением. Разве не так? Но заставляя женщин страдать, общество заставляет страдать будущее поколение. Истязание, эксплуатация, боль. Испытав муки, может ли женщина дать рождение счастливому и здоровому ребенку? Следовательно, всякий раз, когда любая женщина подвергается унижению и эксплуатации, когда женщину тащат за волосы, на земле начинает прорастать семя войны. В том или ином виде начинается Махабхарата и ее великая битва. Посмотрите. Я скажу, не испугайся. Задумайтесь над этим. Вновь и вновь думайте об этом. Я уже была здесь, но в последний момент все-таки...